На дорогах Кустаная все чаще появляются машины с иностранными номерами. Флаги России и Армении заметно выделяются в общем потоке. А вот в южных областях страны все больше кыргызстанских номеров. И хотя места на дороге хватает всем, когда дело доходит до нарушений, авто с иностранным номером вполне может стать неуловимым. У нас проблема в том, что нет технической возможности установить владельцев. То есть наша база и Российская Федерация база, они отдельные. Интеграции пока на сегодняшний день нет, но в проекте она есть. Иначе говоря, этот транспорт в Казахстане не зарегистрирован. И когда он нарушает правила дорожного движения, от казахстанцев поступает много жалоб. Ведь что-то сделать с его владельцами невозможно, просто потому что их нет в базе. Полицейским приходится работать по факту. Кого поймали, того и штрафуют прямо на месте. Работают патрули местной полицейской службы, вручают им уведомления. Эти правонарушители у нас забиваются в базу через СУ, наблюдаем и при задержании даем им возможность воспользоваться 50% скидкой в оплате штрафа. Это предоставляется только тем, кто нарушил правила дорожного движения по скоростимерам. Вопрос нарушений без ответственности встал настолько остро, что о нем заговорил министр внутренних дел Ерлан Тугумбаев. Он предложил ввести обязательную временную регистрацию для таких автомобилей, если они находятся на территории Казахстана больше 10 суток. Министр правильно поднял этот вопрос вовремя, так как сейчас преступление совершается с номерами транспортных средств и иностранными номерами. Плюс бывают случаи, что оставляет место совершения ДТП, что осложняет ситуацию опять. Примечательно, что за рулем авто с иностранными номерами едут сами казахстанцы. Они покупают машины за границей и привозят сюда. Так дешевле. Но поставить их на учет владельцы не могут. Потому что они у нас не проходят по экологическому классу. Не соответствует нашим требованиям. То есть там год выпуска не соответствует по техническим характеристикам, параметрам не подходит. Решать, как быть с временной регистрацией таких автомобилей, будут осенью. А пока статистика такова. С начала года в Кустанае 321 автомобиль с иностранными номерами нарушил правила дорожного движения. Благодаря действиям полиции ими оплачено штрафов на 1,5 миллиона тенге. Диара Ахмечи, Наталья Басмурзина, РТН.